Мы приехали на встречу комбат-туров, такая встреча, где со всех путешествий собираются те, кто участвовал, и очень здорово комбат-туры организовывает такие мероприятия, очень не только это интересное общение, но и получаешь определенные знания, великолепные были выступления, очень здорово подобран был состав, вот, по и теме развития личности, счастья, лидерства. Вот очень это все отзывается и очень интересно. Великолепная была игровая форма. Здесь действительно такая форма была, как будто мы в каком-то лагере спортивно-пионерском. И конкурсы, это действительно 4 часа провели в таком энергии, задоре, соревновались, прошли все испытания и на катке, и в бассейне. Вот, очень здорово. Ну и торжественная атмосфера, когда уже предновогодняя, фактически это первый корпоратив, который мы приехали вот, с женой, испытали, почувствовали новогоднюю атмосферу. И среди единомышленников, с кем уже мы были вот, в комбатурах один раз, два раза, в течение года прям почувствовали, что это наша семья. Будем путешествовать, будем выбирать. У них огромный выбор новых путешествий было предложено. И я уверен, что это надолго мы будем в течение жизни. Это уже увлечение с комбат-туром жить, развиваться, радоваться. Мы будем очень долго. Поэтому всем успехов. Очень рад, что со всей страны, даже из других стран очень много здесь людей. У нас дружеские отношения заводятся. Да? Мы много обсуждаем, много по работе друг другу советуем, в личной жизни. Поэтому это здорово. Сбор великолепный. Получили огромный такой душевный заряд. Душевный, внутренний, духовный. Хочется жить и работать, и продолжать создавать, и созидать.